Мы трудовой коллектив из России. Находимся в командировке от акционерного общества «Мосводоканал» в Луганской области, города Счастье. Обращаемся к президенту Российской Федерации с помощью в решении проблемы с оплатой труда. Принимая решение приехать на восстановление Луганской Народной Республики, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме. Работаем без трудового договора. Наши требования, его заключить на условиях, оговоренных при нами, не были удовлетворены. Мы делаем с вами общее дело. Трудимся на благо людей. Просим вашего содействия.